Доброе воскресное утро. Сегодня у нас хорошее солнышко, погода прекрасная. Ждем, когда Андрей придет. Да, Чарли? Доленька, сегодня выходной день. Андрей сегодня дома. Не знаю, посмотрим, может, что-то. Вчера отдыхали. Сегодня, может, чем-нибудь займемся, может быть, с деревьями порядок наведем, посмотрим. Розы вот эти пообрезаю сегодня. Ну. Чарли, а ну не кусаться, а ну не кусаться, не кусаться. Веди себя хорошо, веди хорошо, хорошо, хорошо. Будем воспитывать, будем воспитывать, будем воспитывать. С утра сегодня открыла сарай. Он себе спит. 7:30. Спит вовсю себе. Утром, потому что я пошла, дала ему таблетку. Обычно так в 7:00 открываю. Такой тепленький. Открыла сегодня двери. Утром, когда зашла домой. И он пришел вместе с собачками. Ну, потихоньку находят общий язык. Играются, и Виля тоже с Долей с утра прибежали, сразу посмотрели, где он. Но он грызет, он очень много чего грызет. Вот даже сейчас вот в доме был, с ними игрался. Начинает с будки, то игрушки там порядок приводит. Ну, он щенок. Конечно, если бы он был сам дома, он бы точно навел порядок. Быстренько. Долька с ним играет в двери. Какое солнышко сегодня. Что-то она же так долго гуляет, Вилли. Вилли с Андреем пошли гулять. Бабушка еще отдыхает, спит. Аж не верится. Сегодня 7 ноября. Боже, сегодня 7 ноября. Правильно. Сегодня день рождения моей сестры Наталка. Сейчас позвоню Наталье, обязательно поздравлю ее с днем рождения. Уже много лет не видимся. Надеюсь, что этот дурдом весь пройдет. И я смогу поехать на Кавказ домой. Хотелось бы проведать могилы. То, что, конечно, так далеко. То операции, то болезни, то проблемы с границей всякие. То плохо ходила. Вот. Ну, хотелось бы поехать домой, потому что хотелось бы проведать то, что у меня практически никого не осталось, только сестра. И так далекие родственники, брат тоже. Обязательно надо съездить. Сегодня, кстати, 7 ноября, там много лет назад мы, когда жили все в Советском Союзе, 7 ноября праздновали. Выходили на парад все. Да. С 7 ноября день рождения тоже одной моей хорошей итальянки, с которой я работала. Ильда, хорошая архитектор, тоже надо бы сейчас сегодня написать. Что-то я сегодня встала, даже не посмотрела, что сегодня 7 ноября. Идем звонить быстренько. Два хозяина. Кого-то увидели там? И начинают себе кричать. Это, наверное, 100% уже Андрей идет с Вильчиком. О, вернулись. Чего-то вы так долго гуляли. А там мужчина с такой собакой большой гулял. Там проулок зашел. Он говорит, а я увидел, что вы идете. Я специально проулок свернул. Говорю, с черной, наверное, да? А я говорю, да. Та Вильку взял на руки вот этот. А он, да, он гавкает. Он очень сильно гавкает, я видела, да. Он там живет. Там я тоже видела, он с ней ходит, постоянно гуляет. Боже, Вильчик долго. Привет, Чарли. А этот на всех лает. Мальчиш на всех лает. Его потихонечку надо учить командам. Водить? Не, командам. Водить нет, а командам надо его учить. Он за Дольку зовут, что ли? Ну, он, ты знаешь, с утра чуть-чуть хрустики поел, то, что я им дала по кусочку сыра, все. И таблетку съела, и больше не ест сегодня. Честно говоря, еще даже в туалет я не видела, чтобы он ходил, только писал. Может, от того, что антибиотики пьет? Может быть. Ну.
То есть Вильку нежно так за ушко не боли, не нежно боится, так боится Вилька. Вилька дает сдачи. Доля не так. А Вилька отгрызается, и он боится. А мы с Вильчиком туда пошли. Потом туда. Как раз мы пошли в ту сторону. Этот мужчина, красавака. Он там живет где-то, да. Он говорит, да. Ну я говорю, я пойду тогда туда. Я пошел туда. Иду назад и смотрю, он оттуда идет. Увидел меня. Он сюда пошел. Он говорит. Ой, я не знал, говорит, я свернулся. Я говорю, да ничего, я возьму на руки. Ну, что интересно, он, а он, да, он большой, и он, по-моему, его он только, у, да, учит его только ходить на это. А он учит, он говорит, да, он... сидеть, садиться. Да, я видела даже. Мы с Вилей гуляли. Они там живут. Не, мы сегодня розы вообще почистим вот эти, уберем полностью листочки. Почистить, я вижу, что листья еще даже не накрыты, даже еще больше, еще даже видно... И роза есть даже. Ну, я знаю, видишь, машина белая с утра. Ну, мы можем той травой, а то, что ты делал, прикрыть сбоку. Да не только траву, но землей я все накрыл. А эти листочки я потом просто возьмем, почистим листочки, чтобы они были без, уже без листочков. А розу уже саму накроем, привью. Еще, думаю, она рано. Утром розы тепло, эти да. Можно накрывать, а эти тоже можно накрыть. Ну. Вась, Вась, что творит? Все игрушки позабирает. Плюшки. Плюшкин малый. Плюшкин маленький. А? На, Долечка. Бери, на. Вчера игралась, я с ним таскала за другую сторону. Сегодня что-то не хочет. Она хочет сама, мячик бросает, видишь? На, Вильчик. Ну никто, что, никто не хочет с ним играться. На. На. Скажи, на. Же с утра всех достал, да? Он достал всех. Же с утра всех достал со своей игривостью, скажи, да, Доль? И видишь, как они все бегут сюда ближе, солнце, к солнцу, да. Поднимается. Красиво дом сделали, видишь. Может, мы на следующий год тут купим. Да, молодцы. Все равно покрасил, видишь. Ну, очень от, быстро от там. Все пробивает, видишь. О, хоть бы ты краской были. У нас тепло в хате, но все равно можно было бы утеплить. Я видела, очень быстро там работают. Вот я когда с Вилькой гуляла, а там, там, да, очень много людей работает. Там бригада. Молодцы. Ну, Светлана, посмотри, какой дом большой, попробуй то отопить. Ну, Тома, два этажа, да. Я представляю, сколько надо платить за него. Доля все просит у Андрея, чтобы он ее вывел. Сейчас поеду, Долечка, сейчас. Хорошо, что хоть Чарли не водить. Но... Чарли, скажи, я уже находился на улице, да, скажи? Мне и дома неплохо. Кто со мной тут герой? То есть у Вили проще, но у Доли вот это мне не нравится. Сейчас, девочка, сейчас. Ну возьми, попробуй одеть то, что я Чарли. Сейчас, Маша, делай, то, что Чарли купили. Я сейчас тебе оставь. Чарли, а перестань. Чарли. Фу! 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 Посрали. Сейчас ты получишь. Марш. Ну, я гляну. Чарли, на, на. На, Чарли, Чарли, на. Но. Чарли, дай. Но. Но. Чарли, нельзя. Фу. Фу. Но. Фу. Но. На, 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 на. За него перестал. Я понадел. Да. Чарли. Аза. Ильчик, ты уже гулял. Далюнька пойдет, так? Ох, и Долечка, стрекоза. Давай, как просится. Угу. Пошли, пошли. По очереди все. Все, Чарли, ушла. Ушла Доленька. Ушла Доленька гулять. Выглядывай, да? Доля пошла гулять? Доля пошла гулять? Ну, Светланка навела порядок с розами, пообстригала. И эту розу обстригла. Но она уже не будет расти.
Я имею в виду, уже не будут свисти. Для чего их? Хорошо, что Светланка сделала порядок. Мачо гуляет его. И эту розу Светланка тоже обстригла. Так что порядок уже навели с розами. Уже когда будут сильные такие морозы, больше-меньше, то уже мы тогда их накроем хорошо агроволокном и все. И будет у нас же порядок. До зимы мы уже готовы. Чарли бегает. Долечка тоже. О, мать мяч бросает. Ну что вы, ребята, долго будете гонять? Косточку никому не отдает. То вначале Вильчик был с косточкой. Теперь же Чарли. Уже Долечка лает, там кто-то ходит. Ой, грызет косточку. Такой шустрый, никому не дает. А Вильчик на солнышке греется. Доля возле меня. А сейчас заберут у тебя косточку. Доиграюсь. Хвостун. Все видят, что у тебя косточка. Все. А, уже Вильчик рычит. Не, он рычит на Вильчика. А зачем ты к нему тогда подходишь? Задавака какой. Хочет показать всем, что у него косточка. Артист. Артист. Ну а чё ж ты не поделишься косточкой? Чё не поделишься косточкой, а? Артист. Вот задавака. Уже все видели, что у тебя косточка. Все видели, что ты с косточкой бегаешь. Все. Косточку не оставляет, мячик не хочет брать. Чудик маленький. Никому не отдает. Твоя вкусная косточка у тебя, да? Теперь уже все втроем лают. О. Машина едет. Пошли, дай.